вам прекрасного летнего дня. Это программа «Город женщин». Сегодня мы вместе с Анечкой готовы раскрыть все секреты, по крайней мере, Аня точно готова раскрыть секреты важности творческого воображения, творческого подхода во всем, включая семейную жизнь. Ведь это так? Это так. Вообще, очень многие думают, что творчество относится только к энным профессиям. Особенно это люди, ну, думают, что это... Да, это художники, да, какие-то... Да, люди искусства. А на самом деле творчество применимо ко всему, и оно обязано быть у каждого человека внутри. Слово «обязано», знаешь, как камнем легло на мое сердце. Вот, это плохое слово на самом деле. Не обязано, но... Должно быть. Опять плохое слово, да? Да, должно быть. Хорошо, оно будет присутствовать, если мы этого захотим очень. И будет укреплять любые отношения, профессиональные, семейные. Спасибо, Оля. Ну что, впереди у нас много интересного. Пора начинать. В мире столько удивительных мест, что рассказать обо всех у нас вряд ли получится. А вот о пяти из них мы с удовольствием вам поведаем. Берите скорее листочек и ручку, да и включайте их в свой список желаний. Итак, начнем с одного из самых древних мест на планете. И это Беловежская пуща, часть которой находится на территории Польши, а часть в Белоруссии. Значится она в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Представьте себе, это один из редких сохранившихся в мире кусков реликтового первобытного леса. Путешественники советуют отправиться туда на машине и наслаждаться потрясающими видами. Следующая в списке, конечно же, красавица Каппадокия, которая расположена в центре Турции. Известность эта местность получила благодаря удивительному ландшафту, который как будто принадлежит другим мирам. Своим внешним видом ландшафт обязан вулканическому происхождению. Кстати, Каппадокия тоже является членом списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотреть тут можно не только на скалы, но и каменные монастыри, вулканы и даже подземные города, созданные за тысячу лет до нашей эры. А вот полуостров Юкатан славен своими невероятными природными красотами. Неудивительно, что именно здесь находится одна из уникальных и малоизвестных достопримечательностей – сеноты. Что же это такое? Сеноты – это подземные воронки, заполненные водой. Образовались они в результате вулканической активности. С давних времен с удивительными подземными пещерами связывали немало красивых легенд. На очереди холодная Исландия. Здесь всегда есть что посмотреть и чем восхититься. Ее главные богатства представлены могущественными фьордами, вулканами, водопадами и, конечно же, ледниками, поражающими своими масштабами и красотой. В их недрах, словно в замке снежной королевы, таится нечто еще более великолепное – ледяные пещеры. Максимальная толщина льда достигает тысячи метров. И завершает наш список Тоскана. Это самый красивый и наиболее известный регион Италии, славящийся своей историей, искусством и необычно живописными пейзажами. Не случайно Тоскана является излюбленным местом отдыха художников и писателей. Источники вдохновения встречаются здесь на каждом шагу. Две трети территории Тосканы имеют холмистый рельеф. Куда ни глянь, кругом холмы, которые уходят вдаль разноцветными лентами. На этом все. Путешествуйте и узнавайте этот мир. Обожаю смотреть на красивые места. Очень рада я тому, что их так много на планете. И вообще, мы сейчас с Аней говорили, все, что показывают по телевизору, если хотят показать красиво, оно действительно будет красивым. И я очень рада, что появилось множество у нас людей, и блогеров, и профессиональных людей, которые снимают профессиональную камеру, тех, которые снимают нашу республику. Поскольку такой красоты, как в нашей республике, в нашей стране, такого количества красивых мест нет ни в одной стране мира. Ну что, к творчеству, пожалуй, перейдем, так? Да. У нас гости заждались.
прошу. Я, пожалуй, поименно вас всех назову. Это Андрей Габышев, режиссер театра имени Пушкина нашего Государственного академического русского драмтеатра. Здравствуйте. 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 Это я. Это Ксения Зыкова, актриса одноименного театра. Ну и, конечно, Елена, которая, возможно, будет будущей актрисой этого же театра. Ничего. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Так, ну что, Елене можно дать маленький микрофончик, вернее, очень большой в ее ручке. Угу. Вдруг она что-то нам захочет тоже сказать. А, есть? У нее есть, есть же. Да. Все, хорошо. Так, ну что, творческая семья, я не знаю, надеюсь, что сейчас мы, конечно, не услышим чего-то такого экстраординарного, а вдруг услышим, как сохранить мир в семье, где все творческие люди? Ну, такой вопрос на самом деле непростой, потому что очень часто творческие люди, они вот по природе своей не сдержаны, и элементарные какие-то бытовые моменты могут закончиться грандиозным скандалом. И, как говорил один из наших преподавателей, жить с актрисой невозможно, потому что она чуть что начинает кричать: «Где спички?» Ну, как-то вот так. Мы все время смеялись и как-то... Все на эмоциях. На эмоциях, да. Ну, не все, но большинство, конечно, действий наших положено. Ну, тут, наверное, надо отдать должное моему супругу, если мы про конкретную семью говорим, потому что он все-таки больше разум, нежели... И эмоция, он разум. Ну, да, и он как-то умеет вот эти мои спички. Но ваш муж тоже творческий человек на самом деле. Конечно. На самом деле, да. Но это ему не мешает при этом управлять своими эмоциями. Вы режиссер в театре, а в семье вы тоже режиссер? В семье? В семье, да, кто-то же должен все-таки следить, да. Следить за бюджетом, а вообще формировать, как сказать, нет, график какой-то, режим, чтобы был в семье, следить за правильным питанием. То есть правильное питание на мужчине. Женщина бы питалась. И даже за правильным питанием, между прочим. Она бы гамбургер питалась. В принципе, правильно и неправильно все питание в этой семье Андрея. Он и добытчик, и как это называется? Человек, который готовит. Человек, который готовит. Я даже не знаю, как это называется. Человек, который готовит. Вы сегодня будете нам готовить? Ну, если заставят. Знаете, скалка припрятана, могут достать люди, и мы тоже. Мы очень вас попросим готовить, но вы расскажите, что это будет. Что это будет? Ну, я вообще думал, чтобы приготовить, да, у вас в студии. Как бы я люблю готовить вообще, допустим, рассольник, уху из семги на сливках. Вот. Ну, решил, что раз мы будем в студии сегодня, сделать что-то более упрощенное, да, такой лайт-вариант, и решил сделать... Блюдо называется куриные чупа-чупсы. Ух ты! В упрощенном таком варианте. Я вижу по лицу ребенка, что ему нравятся эти куриные чупа-чупсы, так? За что? Почему тебе так нравится? А, ну потому что они выглядят так прикольно. Но они вкусные при этом? Чикарок. Ясно. Ну что, прежде чем вы отправитесь на кухню... Главный еще... вид, Оля. Да, главный вид. Ну а что, внешняя составляющая важна, да. Любой повар знает. Скажите, пожалуйста, вы замечаете, что... Ну вот иногда говорят, что актеров захватывает их роль. Как это происходит у Ксении? Когда вы замечаете, что все, она погружена? Ну это, как правило, происходит... За дня три до премьеры, когда она на взводе, и к ней лучше не подходить. Но кормить-то ее надо. Да, только кормить остается. Вначале покормила, а потом разговариваешь, чтобы она успокоилась. Ясно. Как дрессировщики, да? То есть они выходят к зверям, когда они накормлены. Ну, а так, мне кажется, даже легче, когда два человека творческих соединяются, нежели тогда, когда другой человек совсем из другой, допустим, инженер такой, знаете, приземленный человек. И тут рядом такая актриса. Это правда. Во всяком случае, ну, как-то... В вашей семье точно. В нашей семье, да. Потому ты сама ты замечаешь за собой вот этого вот? Да. Я замечаю, я работаю над собой. Ага. Но опять же, вспоминая слова педагогов, что для актрисы важна подвижная психика. Я в себе стараюсь это сохранить. Подвижная психика. И я вспомнила сразу королеву, которая отрубить ему голову сказала. Это же, по-моему, ваша постановка, да? Да, «Алиса в стране чудес», «Приключения Алисы» по произведениям Льюиса Кэрролла.
Вы знали, что ваша жена будет королевой? Вы как видите актеров в своих ролях? Да, можно сказать, я инсценировку писал под нее. Повезло тебе, Ксения. Да, всегда об этом говорю. Здорово. Ну что, мы надеемся, что готовите вы еще более вкусно, а может быть так же вкусно, а может быть менее вкусно. Мы это сейчас узнаем и проверим. Прошу, ваше рабочее место отныне там. Мне нужно будет что-то комментировать или просто готовить молча. Мы к вам потом присоединимся, вы не переживайте, мы еще будем пытаться нарушить ваше уединение. Если будут замечания по нашей беседе, вы можете вставлять любые реплики. Мы с радостью воспримем вашу критику или похвалу. Ксюша, можно уже пересаживаться? Расскажи, пожалуйста, немножечко о вас. Как вы познакомились? Актриса и режиссер. Это так звучит? Это начало было положено так давно, что когда я буду писать книгу, это будет вот прям в первых каких-то строках. В семью Андрея я проникала вот, ну, чуть постарше Лены была. Да ты что? Да, это на самом деле такая история, ну, киношная. У меня есть близкая подруга, мы со школы вместе, с начальной школы. И прям вообще вот не разлей вода, все детство мы хотели быть сестрами. И как-то вот бывает, ночевали друг у друга, там как-то какие-то секретики общие. Ну, вот родители, естественно, и мои, и ее нас... так не разделяли на свою и на чужую. И вот всю жизнь, вот эту детскую, мы хотели быть сестрами. Была бы ты моя сестра, была бы ты моя сестра. И так как я была вхожа в эту семью, конечно же, я знала каких-то ее двоюродных братьев, сестер, дядь, теть, бабушку, прабабушку. Я еще застала прабабушку. И совершенно неожиданно, когда я закончила институт, обнаружилась, ее мама мне сказала: у нас же один из племянников поступает в театральный институт. А ты же вот как-то вроде уже закончила, ты же уже можешь посмотреть. А в то время я была одним из преподавателей в АГИКе, и я сидела на приемной комиссии, куда, собственно, пришел. Да. Мне было 22 года, я была такая мудрая. Взрослая, мудрая, да, конечно. Вообще высокопрофессиональная, как мне казалось. И я так смотрела, пришла и сказала... Думала, из тебя получится, да? И сказала тете Лиде о том, что, ну вот, да, приходил. Приходил ваш племянник. Примерно вот с таким лицом. Вот так вот я это рассказывала. Вот. Ну и как-то я знала, что это Олин брат, но ничто не предвещало, что через 15 лет у нас с Олей, в наших детях будет течь одна кровь, собственно. Вот это да. Удивительно. Да. То есть вот так мы познакомились, ну когда-то еще в начале 2000-х годов. А потом уже так судьба сложилась, что в 2008 году Андрей... поехал главным режиссером в Мирный и пригласили меня в театр туда работать. И как-то вот... Все сложилось, мы не расставались, я так чувствую. Да. И карьера, ну, смотри, растет, и семья сложилась. Потому что любовь, и... Оля, да. На любви все растет. Прошу прощения, конечно, развитие. Любовь. Ну, а плод любви, это, конечно, дети. Дети, у вас двое девочек. Пока две. А в планах еще? Ну, никогда не надо ставить точку, я так считаю. И вы, конечно, любите с ними отдыхать и ездить везде. Да. Даже сегодня с Леной мы разговаривали на тему... Я ее спросила, ты когда-нибудь была на больших теплоходах? Она сказала: мама, ты что, мы все время вместе отдыхаем? Ты не знаешь, где я была, где не была. Как здорово. Стараемся не расставаться. Бывают, конечно, ситуации разные, но, во всяком случае, как-то семья есть семья. Мы это ценим и стараемся чаще быть вместе. Понятно. А дети сами? Как вообще, вот, когда вместе, они... устают или как-то, вот знаете, иногда родители как ношу воспринимают в путешествиях, там, детей. Ну, у вас как это происходит? Нет, скорее, может быть, мы им иногда в тягость, потому что надо иногда и спать вовремя ложиться, и питаться, ну, если вдруг папа тоже не проследит вовремя, когда, потому что мы любим отдыхать, вот прям отдыхать вот так. То есть у вас в семье, получается, заготовку полностью отвечает папа? Ну, на мне борщ, как иногда шутит мой супруг, что он на мне женился из-за борща и из-за тестя. Вот две причины. Давайте, пока он все там, все ножки не уложил, подойдем быстренько, посмотрим, что же он там творит. От слова творить, да, это а не безусловно. Натворить. Так, что-то, что-то происходит. Микрофон поправить надо. Так, ну вот, Лена говорила о том, что это очень прикольно выглядит. Ну, то есть стульчик. Такую основную тяжелую работу делает сделал, папа, да? Сделал уже, в принципе, ну, обрубил ножки. Так. То есть голени такие. И теперь вот руками делаем из них вот такое что-то вроде чупа-чупсов. А, вот почему чупа-чупсы. Да. Да, и потом их вот можно будет, то есть... прикольно выглядит, действительно. Да, их можно как основное блюдо, в принципе,
подавать, можно как дополнение к чему-то, можно как перекус делать, ну, то есть как закуски какие-то. Вот. Ну, то есть, и на самом деле достаточно просто и быстро это все делается. Так. Вот. Это такие у нас заготовки сейчас. Ну вот когда уже заготовка готова, что вы с ней делаете? Можете даже показать, да, как дальше происходит дело. Тут у нас приправа для... А приправа – это простая приправа любая или какая-то особенная? Ну, можно взять просто приправу для курицы. В данном случае у нас здесь шалфей, паприка и еще там некоторые секретные ингредиенты, которые не будем все выдавать. Да? Ну, в принципе, можете взять просто, говорю, готовую приправу для курицы. Ну, или кто-то может у кого-то какие-то свои предпочтения. Вот прям натираем. Еще, да, еще соль там сразу. Так, хорошо. Так, обильно натираем. Натираем. Вообще лучшие повара это мужчина. Я так чувствую, что вы точно знаете об этом не понаслышке. Аня, ну правда же? Ну, конечно, чем бы ни занимался мужчина, он делает все прекрасно, идеально. Да. Что... Даже если он лежит на диване, а? Ответственно лежит. На диване он лежит прекрасно, между прочим. Умеет лежать. Таким образом мы это все делаем. Натираем. Натираем. Так. Потом. Так, а тебе дам. Самое главное, да? Доверю. Вот из фольги, но ножка закрывается так фольгой. Самое чтобы главное. Потом, после того, как приготовиться, можно было за фольгу просто брать. И руки чистые у тебя, и все чинно, благородно. То есть, а фольга куда надевать? На ножку. Только на ножку? Только на ножку? Да. Какая прелесть. Все, что вы делаете руками, вы делаете хорошо. Для того, чтобы взять за ножку и не испачкать свои ручки. Да. Так. Каламбур родился только что. Да. Беритесь за ножки, не испачкав ручки. Да. Так. Вот таким вот образом мы это все делаем. Я ничего не испортила. Можешь дочь подключить, чтобы быстрее справиться. Так, а вот для чего здесь соус стоит? А это дальше мы вот так готовим, да, их. Потом ставим в духовку. На полчаса, где-то минут на 40. Разогретую где-то 180-200 градусов. И уже когда вот-вот они приготовились, 30-40 минут, мы соус сладкий чили наливаем сюда, дополняем и макаем ножки в чили, да, глазируем их. И еще ставим на 5 минут в духовку, и они тогда такие карамельные становятся. Ух ты! Уже слюнки текут, да. То есть? Очень хочется. А разве не остро будет, а? А он сладкий на самом деле. А, вон оно что. Ясно. Получается 30 минут духовка. В специях. Да. Потом вынимаем, обмакиваем соус и на 5 минут опять в духовку. Да. А результат получается у нас? Что в результате получается? Бесподобная еда. Оля, я, оказывается, не обедала, только что поняла. Я тоже, но сырое есть, конечно. Ну ничего, мы подождем. Сидите, если живот будет выдавать меня. Самое главное, что это блюдо можно готовить как на гриле, как в духовке. Некоторые даже в масле готовят, ну, обжаривают, чтобы оно во фритюре покрывают панировочными сухарями. Они такие хрустящие получаются. Ну, не очень полезные, но очень вкусные. Иногда можно. Иногда можно. Отлично. Так, а когда вы любите готовить? Вернее, не любите. Вам приходится, видимо, готовить чуть не каждый день? Или все-таки это по выходным? Нет, я люблю готовить на природе. Ну, в смысле, чтобы мангал был, допустим, да, на гриле. Вот так. На самом деле, в последнее время не так уж часто я готовлю. Хотя, конечно, это дело я люблю, на самом деле, готовить. Занятость на работе. Да, самое приятное ведь готовить для любимых людей. То есть, для жены, для детей, когда свободное время есть. Не так давно я с Еленой Андреевной в разговоре завела тему относительно ее будущего. И так мечтательно стала говорить о том, что Лена, вот у тебя очень хорошо стихи получается читать, ты танцуешь, ты петь любишь, ты любишь публику, и может быть когда-нибудь ты после школы, закончив театральный институт, придешь работать в театр и вместе с мамой будешь актрисой. Я сказала, ты что, мама, а кто будет готовить моим детям ужин? И вот это я окончательно поняла про себя все. Какие люди разные. Слушайте, ну раз вы поете, раз вы танцуете, быть может, вы, как всегда, как говорится, актриса всегда готова к экспромту. Может быть, вы готовы нам экспромтом какую-нибудь песню выдать на гора, пока папа готовит? Прям вот... Любимую, да, свою. Самую любимую? Акапелла, да. Возможно это?
Я люблю петь, это правда. В разные моменты жизненные репертуар у меня тоже разный. И такой вот, что прям любимый-любимый, но такой... Прям хорошо, песня... подходящий. Подходящий под это? Да. Лена, какая у нас с тобой любимая песня в последнее время? А? Ладно, мама сама сейчас решит. А вы под эту песню танцуете или просто поете? Мы все делаем под эту песню. Да, может быть, мы тогда здесь это сделаем? Все, ах, выходим, ах, ах. Выходим, выходим, выходим. Я так ну думаю, мешать мужчине в готовке нельзя. Устроим так, мы, да, у нас зрительский. Или как? Зрительский или будем зал. Смотреть? А я хотела потанцевать. Зал. А, да? Ты танцуешь, я смотрю. Так? Ну, давай. Я уже готова. Будем я буду петь, а вы будете все танцевать, да? Хорошо, да. С любовью встретиться проблема ой, трудная. Не устояла. Планета нет, вертится круглая. Круглая, летит планета вдаль, но в суматохе дней нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Находят люди друг друга, точно. Теряют люди друг друга, а потом опять находят люди друг друга, чтобы не потерять никогда. Браво! Браво, браво! Просто, да. Просто какой-то отдохнули. Чудес. Да, отдохнули. Песня про любовь. Слушайте, ну а почему ребенок-то застеснялся вдруг, что ли? Ты действительно песню-то не хочешь не быть актрисой? Кем ты хочешь быть? Расскажи. Кем ты хочешь быть? Я еще не решила пока что. Еще в раздумьях. Хорошо. Ну, это хорошо. Но ты уже знаешь, что у тебя будут дети. А сколько их будет? Вроде бы как два. Вроде бы, да? Но может и больше, да? Если мама еще родит, то точно у тебя будет трое. Это почему это поверье, да, такое? А у меня здесь, знаете, сколько выходит? 4. А пока 3 есть уже. Ну вот видишь, я впереди. А куда что нажимать надо? А куда смотреть-то? Вот так вот. Чук. Это из детства что-то, да? Да? Да. Не знаю. Чук. Нажимаете? А мне вот нажми. Ребенок же смотрит сюда. Анечка, говорю, нажми мне, я тоже проверю. Ну так. Я вообще не выходит. Ну-ка. Кошмар. Однажды в детстве мне попалась какая-то книжка по хиромантии. 2 или 1 у тебя там выходит? Сама. На 4. По ней разобраться, поняла, что жизнь моя не удастся вообще. Никогда, да? Никак не сложится, и проживу ее мало, и грустно. Поэтому я вот в эти вещи как-то не погружалась. Да, я тоже не погружаюсь. Ну что, по-моему, там что-то уже готово. Все, у меня все готово. Мы можем пройти к столу? Да, можно в духовку ставить. Как хорошо. А готовое блюдо есть? Посмотреть на него можно? Как его можно съесть? А это уже... Да? Пойдемте еще раз. Я вот прямо... Это уже задача хозяйки сервировать стол. Да. Ну, это тоже это про разговор о том, что делается руками, это делается что? Всегда. Это как-то так? Это как-то так, да. Салфетки надо, так у вас есть? Чик-чик-чик. Салфетки? Зачем? Чтобы все было красиво. Так, салфетки. Ну, но если нам дадут приправить. Салфетки, то будет хорошо. И сейчас. Сейчас оно появится. Здесь. Теперь Андрей Григорьевич пока поет песню. А вы тоже поете? Нет, я иногда в караоке. Что вы любите ставить больше, сказки или взрослый спектакль? Я люблю ставить все интересное, любую драму. Драматургию любую? Да, 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 любую. То есть везде есть свои интересы, свои прелести. Ну, эти сказки, допустим, ничем привлекают, что это полет фантазии вообще неограниченный. Но он и сложнее в этом плане, то, что эти фантазийные костюмы надо как можно, скажем, уйти от реальности, создать сказку. То есть из-за этого вот вались такие специфические костюмы, да? Да, вроде да. бы на пустой сцене, но вдруг там происходит какая сказка. А та же Золушка с этими причудливыми париками. Это всегда что-то новое, и я не люблю повторяться. Мне интересно сам поиск, да, чего-то нового. Там ребенок застыл. Вот ты, боже мой. Какая красота. Вот премьера. Вот они как выглядят, оказывается. Та-дам. Так, нам надо на первый план все это выдвинуть и показать. Какая прелесть, слушайте. Не падай, не падай. Все. Ну, вообще красота. Ну, вот примерно красота. Так, да. Да, слушайте, ну, выглядит аппетитно, на вкус. Я верю ребенку.
Он говорит, что это очень красиво, но у него в глазах было совершенно иное. Это очень вкусно, сказали глаза. Да. Скажите, пожалуйста, это правда, что актер мечтает о каких-то ролях, прям сильно мечтает? Вот ты мечтаешь о роли какой? Когда я еще не знала, что я буду актрисой, так. Когда собиралась быть милиционером, почему-то вот в тот период окончания школы я запоем читала книги, я читала Шолохова «Тихий дон», и мне так захотелось сыграть вот в таком материале, это было почти 30 лет назад, и вот до сих пор мне прям иногда... Но это же человеческая жизнь, это же драма, на самом-то деле. Ну, такие роли, наверное... Очень сильные. Да. И, к сожалению, не всегда в актерской судьбе выпадает шанс сыграть что-то такое. Вот удивительно, я сколько не слышу актрис, актеров, у всех мечта сыграть все-таки драматические роли, нежели... Да, там сильнее раскрывается талант, так? Да. Душа, талант, как бы у нас, такое понятие. Там эмоции сильнее, понимаешь? Я так думаю. Ну да, это как какая-то короткометражка, помнишь? Я актриса русской драмы, я страдать должна. Вот что-то такое должно быть. А, Андрей, вы начинали, сразу решили стать режиссером? Или до этого тоже на актерской стезе ходили? Да. Я поступал изначально на режиссуру, но мне сказали, рано еще начали... Надо освоить профессию актера. А все-таки побывали? Да, то есть я учился изначально, поступал на режиссера, в итоге поступил на актера, потом перевелся на режиссуру и уже выпустился как режиссер. То есть изнутри-то все-таки вы знаете эту профессию. Это как в университете начать с лаборанта и закончить доктором наук. Надо пройти все стадии. Я хочу отдельно сказать, что с Андреем, конечно, как с актером нам редко теперь удается работать, потому что... по ряду причин. Но было несколько спектаклей в нашей актерской жизни, где мы были партнерами на сцене. Это, конечно, не для слабонервных. Да. Но, с другой стороны, настолько вот конкретно Андрей по-актерски очень много дает как партнер. И мне с ним интересно. Мне с ним очень интересно работать. И первая у нас была работа «Игроки» Гоголя. Андрей играл Ихарева, а я была колодой карт. Точнее, первая была «Снежная королева». Экстренный случай, когда мне актер ночью позвонил, он говорит, у меня голос пропал. А завтра сказка, и за сказочника надо выводиться. Выводить некого было. Мне пришлось самому одевать костюм. И чудить. Спасать ситуацию. Да. Но ничего. Есть ли мечта тоже режиссерская такая? Что хотите поставить? На самом деле много чего хотелось бы мне поставить, да. То есть некоторые пьесы в связи с тем, что я еще сам понимаю, что я не готов, где-то не готов театр, может, где-то не готов зритель. Есть масса факторов, которые... Давайте мы продолжим отвечать сразу после рекламы, потому что мы вернемся к этой теме для того, чтобы вы более глубоко могли ответить. Но еще у меня есть вопросик к вам, так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. За эту короткую паузу мы переместились опять в наш зрительный зал. Мне хочется говорить таким стилем, потому что, напомню, сегодня мы беседуем с творческой семейной парой. Это режиссер, это актриса, соответственно, их связывают не только семейные, но и творческие отношения. И вопрос, который был задан перед тем, как мы ушли на рекламу, это как раз что вы хотели бы поставить? Что бы я хотел поставить, но пока не могу из-за ряда причин определенных. То есть мечта, наверное, поставить «Бег Булгакова», «Мамаш Кураж» Брехта. И сказок — это, наверное, «Книга о джунглей»
тоже такой. Сразу сценография мне представилась, как это может выглядеть. Как? Что именно? Да. Особенно книга джунглей. Книга джунглей. Да. Бег еще понятно, там может быть именно минималистично и схематично как-то все. А вот в книге джунглей. Но мы будем ждать очень сильно. Очень будем ждать. Ну что, напоследок, ваш секрет хорошей, счастливой семейной жизни, если он есть, конечно. Так, Ксюша, отдувайся. Говорят, что идеальная пара — это люди, не которые смотрят друг на друга с придыханием, там, полными обожания и любви глазами. Это люди, которые смотрят в одну сторону, видят одну цель. Я считаю, это очень правильно. А еще хотела бы сказать, я к этому пришла, вот к этой мудрости, не так давно. Но она такая вечная. Буддисты, по-моему, говорят, я могу ошибаться, что не существует пути к счастью. А пути есть счастье. Поэтому надо благодарить судьбу, любимого человека, любимых дорогих людей каждый день за то, что они рядом, и уметь радоваться и находить вот это счастье в каждом мгновении. Потому что не бывает такое, что вот я сейчас это сделаю, потом мне будет классно. Так не бывает. Так и есть. Нужно каждый день думать, как тебе классно. Здесь и сейчас. Да, здесь и сейчас. Спасибо. Она права? Совершенно верно. Спасибо вам большое. Спасибо. Мы желаем вам только творческих успехов. И, конечно, ждем вас в нашей студии еще не раз. Спасибо. Мы будем приходить на вас смотреть. Мы очень ждем. Обязательно. Приходите обязательно. Спасибо. Да. Всего хорошего дня всем. Спасибо. Спасибо. Ну что? Нам гости оставили самое вкусное, самое что интересное. Убежали, но оставили полное блюдо вот этих вот чипсов куриных, которые я первый раз вижу, но которые я уже хочу. И еще я хочу позвать гостей наших. Я очень всегда жду Алину Алексееву, директора творческой платформы «Пространство». И очень сильно я жду Сергея Шарина. Как я могла забыть? Фотограф. Сережа, заходи. Правда, мы его знаем как Сегу. Это такой творческий псевдоним, который принят в широко известных узких кругах. Привет. Здравствуйте. Алина. Здравствуйте. Алину где потерял? В пути? Угу, в пути. Ну, я думаю, что она к нам присоединится еще. Скажи, пожалуйста, Сега, твой творческий путь фотографа начался, наверное, очень много лет назад. Как все это было? Так, ну, было такое то, что в студенчестве я просто наблюдал за своими одногруппниками и снимал их с первого по пятый курс, как говорится, просто так, соответственно. И в конце учебных, как говорится, всех этих лет мы сидели у меня дома и смотрели все фотографии за 5 лет. Я на мыльницу снимал просто. И это было очень смешно. И как мы менялись, это как бы выглядело классно. На самом деле всю ночь сидели, смотрели, очень много смеялись. И, соответственно, в то время мне пришло в голову то, что как бы то, что я фотографировал, просто так не осталось на самом деле. И после учебы я устроился на работу 9/6. Ну и мне как-то не хотелось сидеть с 9 до 6 в офисе, сидячая работа. Вот. Ну и решил, соответственно, пойти фотографировать, как говорится. Вот. Вот так мужик сказал, мужик сделал. Посмотри, да. Теперь фотограф. И, кстати, мы сегодня говорили о творческих семьях. Угадай, чем занимается его жена? Не знаю, тоже, наверное, фотографировала. Вуаля, 5 баллов. Действительно, она фотографирует. И как это произошло, мы сами не заметили, но когда Ксения появилась рядом с ним, мы подумали, сложится творческий союз. И он сложился не только творческий, но и семейный. Скажите, вы увидели, Оля, ты была свидетелем, что ли, или как? Конечно, я была свидетелем не на свадьбе, но свидетелем их истории хотя бы частично. Скажи, это очень трудно работать в одной сфере вместе со своей женой? С женой работать. Ну, в общем, это прикольно на самом деле. Очень интересно. Возможно, многие будут говорить то, что как вы не устаете друг от друга, да, когда... Это же первый вопрос. С утра до вечера вместе. Как бы. И... А вы вместе работаете вообще? Ну, и считай, вместе работаем 24/7. И, ну, как бы, конечно, возможно, что-то есть такое, но все равно у нас есть общие интересы, общие какие-то действия, которые можно сотворять вместе, либо предлагать друг другу. То есть узнал что-то интересное, поделись с женой, как говорится, да? Вот. Либо она со мной делится, и это воплощать как бы... А ревность присутствует?
Прием? Вы же снимаете разных дам. А, красивых. Вы снимаете разных дам. А может, Ксения снимает тоже разных мужчин? Ксения, может быть, мужчин снимает. Вообще, как вы решаете? Почему только? Ну, в общем, работу, творчество, это, мне кажется, на самом деле как бы не стоит делить. И Ксения, моя жена, как бы это все прекрасно понимает. А на самом деле особо, мне кажется, и не ревнует, может быть. Может быть. Ну, не ревнует. Тайна женского сердца. Да, тайна женского. Вот. Ну, в общем, я как бы никогда не думал об этом. Как бы, потому что мое сердце верно. Хорошо, пока хорошо. Скажите, мы хотели поговорить о семейной фотографии. Вы считаете, это важно, делать портфолио какой-то семьи, да, время от времени? Или это не нужно и лишнее? Так, ну, я бы, конечно, сказал, что в данное время это модно. То есть сейчас очень многие замечают, скорее всего, то, что Инстаграм, социальные сети, ну, очень быстро информация распространяется, все семейно фотографируются. А есть люди, которые не размещают в Инстаграм, соответственно, они просто для себя портфолийно, да? Вот. Это одно из таких вещей, что надо на самом деле делать. То есть каждый человек, я, например, сейчас, если смотреть то, что я в детстве такой стою в болотных сапогах, весь сопливый. Ну, брат мой фотографировал, двоюродный, в детстве меня. Я на это смотрю, и так очень мне приятно смотреть, какой я был маленький. Вот. И, соответственно, мне кажется, сейчас любой человек хочет своего ребенка, чада запечатлеть в образах каких-то, да? А очень модно какие-то образы подбирать, суперменов, там все такое. Да? Вот. И, соответственно, это нужно делать, потому что это и на самом деле было модно еще в 18 веке. Если посмотреть старые... Да, дагерротипы эти. Да, как бы старые картины, то есть не фотографировали, а просто рисовали. Рисовали. То есть семья приходила, сидела, художник рисовал целую семью. Да, поэтому дагерротип. Вы знаете, мы очень часто фотографируемся, ну, нам это нужно, поскольку после каждого эфира должны быть выложены фотографии, и каждый раз мы не знаем, как нам встать. Давайте маленький мастер-класс сейчас проведем. Я поправлю вам микрофон. Да, точно. Вставай, Анечка, потому что это нас непосредственно касается. Во-первых, надо сделать хорошее дело. Я сделаю тебе вот так. Так, вот, вот. Во. Спасибо. И ставь нас. Представь, что мы вот два манекена. Ну, вот. Живых, конечно. Нас то же самое я, соответственно, подхожу, поправляю, да? Да. Вот. Да. Порой бывает, ну, когда я фотографирую, ну, кто-то не видит себя, на самом деле. Порой в некоторых студиях не бывает, ну, зеркала в полный раз, поэтому они не видят. Я, когда у кого-то там что-то неправильно висит, я всегда, соответственно, поправляю. Это одно из главных вещей, когда люди смотрят на себя. Вот. И соответственно, они не видят, да? Да. Ну, порой же не видят. Как бы, а фотограф это все должен замечать. Вот. Да. Я всегда начинаю смотреть снизу вверх. Соответственно, ты сильно про обувь. Не уходи. Получается, я всегда стараюсь, если девушки, парочка, мама с дочкой, например, да, скажем, ну, к примеру, вас, соответственно, стараюсь всегда ближе друг к другу держать. То есть обниматься. Ну, давай обнимемся, правильно. Подожди, передача. Сделайте нам, да. Правильно. А потом уже представим, будто мы с тобой сестры. Хорошо, можно обняться? Например, представим себе мама, дочка. Вот. А мы хотели как передача, ведущие. Получается, всегда обниматься надо более нежно. Во-первых, не слишком грубо, да. Вот. Соответственно, я сразу начинаю снизу, ноги. Получается, да. Я помню, как нам твоя жена когда-то на одном из выездов на природу говорила: так, девочки, ставим ногу так, и нога будет длинная-длинная. Да. Как вот соответственно, так вот? Да, когда, получается, ноги вытягиваете, коленки в бок, в внутреннюю сторону, у женщины появляется, соответственно, фигура, и все это как бы надо видеть. Понял. Женщине как бы красоту вытаскивать. Так, вот. Ну вот это близкая фотография, интимная такая, да? Получается. Так, ножки. Ножки вперед, колено вперед, можно вот так как бы стоять, да? Либо коленки назад, получается, и немножко вперед. То есть, так, соответственно, вот еще когда я снимаю портреты и в полный рост, я по-разному выставлю людей. Потому что, возможно, может быть такое то, что когда я могу портрет снимать, и у меня модели могут стоять вообще вот так вот, как-то вот.
и будет все равно хорошо. Да, это может быть очень хорошо выйти, потому что я как бы портрет снимаю, другую часть тела не видно, как бы. А, вот ничего это не видно, да. Но вот это как вот эта часть хороша. Соответственно, да, портрет, он очень красиво выходит, ясно, такой динамичный. Ясно. Вот. Так, ну что, поэтому... спасибо тебе большое, во-первых, ты напомнил главный секрет, да, и теперь Анечка тоже его знает. И будем его так теперь фотографироваться, ножку вперед. Мы узнали этот секрет. Да, вот можно как бы творить, вытворять это же. Ты знаешь, я помню, многие любят фотографироваться прям в прыжке. Скажи, пожалуйста. Прыжок? Как прыгнуть так, чтобы тебя поймала камера? Или это от фотографа все тут зависит? Ну, от фотографа зависит. В принципе, зависит от камеры. То есть у кого-то камера... опаздывает. Может, да, 5 кадров в секунду стрелять, у кого-то там 3, у кого-то 8. У меня, например, 16. Я, в принципе, могу в секунду 16 кадров сделать и из этого просто одну картинку выбрать. Слушай, вот. Сергей, а такое понятие, как семейный фотоальбом, присутствует или он все в компьютере у вас? То есть у меня? Да. Личный? Да. А мы их распечатываем, кстати, по чуть-чуть. То есть у нас есть желание, да, как сказать... Есть папочки, у меня все распределено, получается, как бы мы еще пока не накопили прям на большой альбом, то есть на фотокнигу. Оказалось бы. Да, сапожники без сапог порой, да, бывает так, как говорится. А так фотографируемся, да, время от времени, часто жену снимаю, дочь. А так хорошо же смотреть на фотоальбомы, да, старые. Да. Родительские фотоальбомы я открываю прям. А вот мы сами уже современные люди. У нас нет фотоальбома, допустим, семейного. Это надо обязательно. Надо, да? Да. То есть фотограф говорит, надо. Видишь, это профессиональный взгляд. А потому что, например, придут гости, и когда гости придут, вы им, например, не будете же зайди в Google диск, заглянывай, листай. Да. Вы же, соответственно, дадите в бумажном виде фотокнигу. И очень приятно смотреть вообще все это. Угу. Поэтому куда лучше в бумажном виде смотреть. Они же сейчас разного характера. Да. Это фотоальбом, у кого-то в коробочке, да, очень такие стопочками стоят. Как бы. Спасибо. А есть какой-то секрет авторства? Авторство? Или это не раскрывается? Скорее всего. Чем я отличаюсь, допустим, от других фотографов? Есть почерк. Почерк фотографа всегда есть. Я такой индивидуалист, на каждую семью, возможно, по-другому снимаю. То есть у меня нету там определенно такого, чтобы в одном стиле снимать. Угу. Я каждую семью снимаю по их настроению, характеру в этом плане. То есть вы интуитивно чувствуете энергетику? Да, я подстраиваюсь семьи под каждую съемку. Угу. То есть в этом плане я... Ой, да. Здорово. Слушайте, но я так думаю, что все пожелания, а также маленькие советы, которые нам может дать профессиональный фотограф Сергей Шарин, мы, конечно, получим. Давайте сделаем небольшую паузу, потом вернемся в студию для того, чтобы могли уже более полно рассказать о том, как себя вести, как делать тем людям, у которых есть камера. Итак, люди есть, семья есть, камера есть, даже хороший телефон есть с фотокамерой. Как начать человеку? Что ему нужно делать, чтобы не ломить вот эти, ловить моменты, а прямо целенаправленно сделать портфолио своей семьи год от года? Это же хорошее дело. Год от года, да. Сейчас очень много таких мировых проектов есть, в принципе, которые... очень популярная даже, да? Например, та же самая девушка беременная начинает снимать свой животик, как она растет, да. А потом тук, ребенок так держит. Ну, но вот, ведь привычки наподобие. К этому, если нет, как вот ее выработать? Выработать? Да. В плане выработать вот этого характера, например, 9 кадров беременного живота, получается, каждый месяц в одну и ту же дату будильник ставишь просто. Соответственно, все, она знает каждый месяц как бы по будильнику. У каждого телефон сейчас современные люди, смартфон, там, календарь открыли, и все, дату вбиваете, ну, как бы снимать. То есть надо просто запланировать это, себе в календаре куда-то вбить, и будет напоминать. Я знаю этого мужчину, который снимал своего ребенка в течение 15 лет, что ли. Да, вот, видите. Это очень интересно. И, в принципе, как бы это достаточно... Если ставишь цели, эти цели можно как бы в планинг свой вписать и, в принципе, делать. Да. В плане того, чтобы снимать семью,
Я, например, каждый раз, когда в Москву летаю, куда-нибудь в другие города, в основном стараюсь ходить по музеям, то есть по фотовыставкам, где есть, можно что посмотреть. То есть те же самые, как я говорю, в 18 веке снимали, да? Примерные фотографии, получается, семьи того же 18 века, где художники рисовали, получается. И тоже в самое, в принципе, я воплощаю как бы в настоящее время. Просто расставляю современную семью. Понятно. Чем... И это очень красиво получается. Да, на самом деле. Поймать идею, музу свою. Да. Спасибо вам большое за то, что вы поймали свою музу, за то, что вы пришли и рассказали, как это сделать нам, простым людям, далеко-далеко стоящим от мира фотографии. Ну что, а впереди у нас сюжет о замечательной даме, можно сказать, иконе стиля, которая тоже очень любит фотографироваться. А почему она так хорошо получается на экране, я думаю, мы сейчас узнаем. Сегодня героиней рубрики «Икона стиля» стала несравненная Сара Джессика Паркер. Она ярчайший пример того, как женщина, не питающая иллюзий по поводу своей внешности, превратилась в настоящий пример для подражания. Ее образу и стилю следуют миллионы. В каждом своем луке, а особенно для ковровых дорожек, актриса явно делает ставку на женственность и сексуальность, но при этом никогда не выглядит вульгарно. Она умело демонстрирует красивую линию плеч и изящные ключицы. Аксессуары Сары Джессики Паркер заслуживают отдельного внимания. Они всегда неординарны и выделяются, как и их обладательница, будь то яркая сумка, серьги или браслет. Один из самых больших мифов, окружающих Сару Джессику Паркер, связан с ее одержимостью обувью. Конечно же, на это повлиял ее сериальный образ Кэрри Брэдшоу. Все мы помним гардеробную комнату героини, наполненную до отказа Манола Бланик и Джимми Чу. Сама же Паркер пропагандирует осознанное потребление, практикуя винтажный шопинг. Актриса признается, что редко покупает туфли и новую одежду. Однако Сара Джессика Паркер любит джинсы разных фасонов. Но есть одна особенность фигуры, которая требует ее внимания. Это форма ног. Поэтому облегающие скини, подчеркивающие этот нюанс, для актрисы табу. Хотя она сама нисколько не переживает по этому поводу. Каждый ее новый образ – это неординарное решение, на которое могла осмелиться только она. Объемные юбки, необычные шляпки, смелые цвета, интересный крой, огромные украшения и аксессуары – все это актриса безумно любит и не упускает повода появиться на людях в шикарном и смелом образе. Своим эклектичным и ярким стилем Сара Джессика Паркер транслирует главный модный постулат. Ее единственное правило в моде – это то, что правил нет. Носи то, что заставляет тебя чувствовать себя уверенно, и тогда ты победишь, говорит любимица публики. Звезда не раз утверждала, что одежда должна быть самостоятельным выбором каждого, и призывала экспериментировать, отказываясь давать женщинам модные советы, как бы они ее ни просили. Стиль – это то, что создается индивидуальностью. Чаще всего нас привлекают люди, потому что у них есть свое видение. Мода – это то, что предлагается потребителю, а стиль – это то, что вы из этого делаете. Смелости и оригинальности Сары Джессики Паркер можно только позавидовать. Если вы боитесь принимать необычные модные решения, просто посмотрите на образы этой великолепной актрисы. Учитесь быть ярче. Это допустимо в любом возрасте. Будьте собой всегда и везде. Но впереди у нас рубрика «Счастье быть собой», в которой Аня пообещала рассказать, как сделать так, чтобы творчество явилось толчком к развитию и к еще большему увеличению количества любви, а не детонатором ко взрыву. Еще раз всем привет! Вообще, в начале того, как говорить о творчестве, хотелось бы немножко поставить какие-то грани между понятиями искусства и вообще творчества.
Как мы ранее говорили, люди всегда думают, что творчество — это и есть искусство. Только люди искусства могут творить. Нет, я не согласна. Вот именно, я тоже не согласна. А как вот понимается искусство? Почему существует искусство? Как ты думаешь? Ну, я понимаю искусство как то, на что люди смотрят, чем они любуются. То есть, допустим, какой-то стиль арт или так называемое, я заранее прошу прощения, капрофильное вот это вот искусство. Я искусством не считаю, безусловно. Давай о классическом вообще. Да, о классическом. О классических вещах. Нет, вообще я спрашиваю, человечеству зачем искусство? Классическая музыка, картины. Да, и... зачем это все нужно? Ну, для того, чтобы человек понимал ориентиры красоты, для того, чтобы он их не терял. А зачем понимать ориентиры красоты? А чтобы он вверх рос, а не вниз стремился. Ну вот, что дает искусство? Если вот, исходя, опять же, из понятия веры, то есть такая теория, что вообще искусство – это способ, это вот верхние силы, ну, можно сказать, Бог, да, отправляет людей в Вселенную. Силы. Ну, верхние силы – это у нас, у якутов, да. Верхние силы отправляют людей, людей искусства, которые через язык искусства передают тайну Вселенной, да, тайну построения мира. То есть, если это... художник, то через художественный образ, то есть это, получается, художник, через красивый слог, это литература, через красивое какое-то вот аудио, да, это музыкальное. То есть человек, либо слушая музыку, либо читая какое-то литературное произведение классического характера, да, почему именно классику в классику превращается? Потому что это носит такой... возвышенный характер. Возвышенный характер и все время говорится о вечном, о любви. Значит, согласно этой теории, человек через вот прослушивание, просматривание и так далее высоких произведений искусства, он приближается к познанию Вселенной. Да. Красоты и гармонии. Раскрывает завесу тайны Вселенной немного для себя. То есть с помощью человека, который был как бы послан передать людям через что-либо, через искусство, получается. Очень красивая теория. Тайны, возможно, да. Она, кстати, и права. Но, вернее, она имеет... А творчество. И тогда поднимается тема творчества. Вот Клавдия Ильинична Максимова, центр духовности, который она открыла, в этом центре Клавдия Ильинична говорила, что творчески можно подойти ко всему. То есть творчество лежит во всем, даже в том, как мы наливаем чай. Ну вот мы, например, наблюдаем результат творчества. Да, вот, красивый, творчество вкусный. Исходит из любви. То есть когда мы говорим, когда, допустим, Клавдия Ильинична спросила у женщины, которая сидит с детьми дома, творишь ли ты? Она ей отвечает, какое творчество, когда я в четырех стенах и все время сижу с тремя детьми, волосы дыбом. Люди, понимаешь ли, в тюрьме писали труды. Ничто не мешало. Но нет, Оля, тут не о писанине и не о искусстве мы говорим, а о творческом подходе к жизни. То есть можно чай наливать творчески так, что, выпив этот чай, Оля, ты раскроешь для себя завесу тайны Вселенной. Понимаешь? Как ты красиво выражаешься, а? Я что-то немножко сомневаюсь. Чай мамы, допустим, да, одухотворенный, пронизанный любовью, когда она творчески подходит, то есть слово творчество скрывает в себе понятие безусловной любви, вот. Которая говорится, опять же, через призму веры, через это все, верующие люди это все понимают. Безусловная любовь, когда мама действительно одухотворенная личность, тогда она и подходит ко всей жизни творчески, воспитывает детей творчески, с мужем строит, с любимым человеком отношения творчески. То есть подходит ко всему с любовью, шьет творчески, готовит еду творчески. И не считает, что это быт, который ее заедает. Вот это же главное. Мы же говорим о том, как бы нас быт не заел, и как бы творчество не... Как вообще его впустить в свою жизнь? Как его впустить в свою жизнь? Вот. Вообще, в последнее время женщины считают, что обязанности, которые ей даны, они как бы почему-то каким-то образом унижают ее. То есть, да прям. Почему это я должна мыть посуду? Ты не посудомойка. Ага. Я тебе подарю посудомоечную машину. Это потребительское отношение к жизни. А вы знаете, творчески тоже можно подойти к мытью посуды. То есть можно, а потом и машинка появится. А потом и машинка появится, когда вот начнешь с любовью. А вот если пилить мужа? Да. Так если пилить, ничего не получится. То есть творчество и любовь, они идут рука об руку. Да, рука об руку. То есть фундамент творчества – это и есть любовь. Как здорово.
Как мне нравится теория, которую ты сегодня высказала, просто чудо какое-то. Но вот все равно очень трудно человеку изменить как-то свой взгляд на привычную жизнь, да, и посмотреть хотя бы по другим вот таким углом и понять, что творчеству-то всегда есть место в нашей жизни. Да, конечно, ежедневно, ежесекундно есть в нашей жизни, по идее. Просто это нужно прочувствовать. Ну что, я надеюсь, что нам удастся, ну, вернее, нам-то удалось в этой жизни, надеюсь, что нашим телезрителям чуток вот этого творчества непременно передался тоже. Мы очень надеемся, что вам интересно смотреть нашу программу, и будем стараться еще более творчески к ней подходить. Спасибо большое за внимание и всего доброго. Пока.